Мой рок-н-ролл, ребятки. Так, что стоим? Что такое? Что так пасмурно? Поздравьте Кадатского Марка Петровича, старшего сержанта, демобилизованного в 2017 году. И то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель, и даже привет, не средство. Привет, вы классные. Можно услышать песню от Накуля в честь моего ДЭ. Что-то позитивное из зарубежья. Один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, я прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Это главное, похоже на него. В долгом пути я заплету волосы лентой. И не способный на покой, я знак подам тебе рукой. Прощаюсь с тобой, как будто вселенной. Льются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Спасибо, спасибо, мои дорогие, за заказ. Такая замечательная песня, мой рок-н-ролл. Надеюсь, вам понравилось. С любовью, Лиза.